Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале и хочу сообщить вам одну новость. Для кого-то хорошая, для кого-то не очень. Новость такая, что я вернулся опять заниматься тем, чем занимался и ранее, а именно заниматься обзорами видеоигр, прохождениями и т.д. и т.п. Так что насчет моего долгого отсутствия на канале прошу прощения. У меня были некоторые проблемы. И вот можно опять приступать к нашему с вами к нашему с вами обзору видеоигрушек. Итак, игра под названием Among the Sleep, игра, которую мы играли примерно месяца 3-4 назад. Игра находилась в альфа-версии, сейчас же она вышла полностью, и давайте-ка мы с вами ее попробуем. Так, я думаю, меня слышно нормально. Давайте-ка начнем. Новая история. Что я думаю по поводу этой игры? Игра весьма интересная, она мне понравилась в предыдущий раз. Правда, была очень короткая игра, но своей содержительностью она мне... Вау, что за... Своей содержительностью она мне весьма понравилась, и я думаю, мы ее с вами пройдем в этот раз. Да, знаю, постоянно, когда говорю, что я буду ее проходить, в смысле, любую из игр, я ничего до конца таки не делаю. Так, мы маленькая бутовщица. Окей. О, мячик. Мячик. Трехочковый. Так. Видно, что бухгалтерией занимается в семье не мама, а дочка. Опа, опа, это что? Тортик? Неси сюда, мамаша! Давай. Давай, иди ко мне. Happy birthday, sweetie. Спасибо. Wow, 2 years today. Ну а что, взрослая уже, конечно ж. I think I know a little someone who's ready for some cake. Да-да, это я. Давай. Давай, давай, давай. Зачетный тортик. Еще раз. Какого хрена? Кто посмел? Я ела тортик. Мам, что за дела? Мам, ты куда? Мам, ты куда? О, мам, меня, по-моему, накрывает. Что в торте, мам? Мам, что ты положила в торт? Чё не отпускает? Что-то хорошее. Мам? Мам, неплохо. О, отпустил. Хорошо. О. Что это у тебя? Нет, лучше здесь посмотрим. Давай. А торт? Как же торт? How much cake did you have? Ни одного, одну ложечку. Эй, подарок взяла? Я, а, вот есть, хорошо. Давай. Все, пошли. Оу. Походу не отпустила от тортика. Чё за дела? Мам? Да смотри назад, мам. Что за дела? Воу. Among the Sleep. Понятно. Понятно. Нам еще долго, мам? Воу, какая классная комната. Что внутри? Может быть? Не знаю. Открывай. И...
Чувак, я тебя знаю. Так. Я не поняла. Что за дела? Как же моя игрушка? Мам. Не наглей, мам! Окей. Это вижу только я? А? Ты где? Все? Так. Ну что ты? Поднимайся, поднимай свою кругленькую попочку. Чё? Чё за смех? Так, как выйти? Ага, вот так вот. Оп! Давай! Давай! Оп! Так, чё за дела? Тедди, ты где? Тедди, слон, это ты ее украл. Я же тебя упакую сейчас. Слон. Да, ты тоже упорот, как я. Так, где же Тедди? Тедди. Вот же негодник. Здорово, чувак. О. Здорово, чувак. Hey, you found me. Ну а то. My name is Teddy. Nice to meet you. Мне hey, тоже. What's your name? Не знаю. Not much of a talker yet, eh? Так, точно. Let's play a game. Ну давай. Я жду. Что делаем? I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Окей. Того негодника. Come here. Turn around and cover your eyes. Ну. There. You can look now. Вот это прикольненько сделали. Нормальный момент. Ты что думаешь, я совсем тупая или что? А? А ну-ка, выходи. You found it. О, да! Что делаем дальше? Ну? Wow. Is that a music box? Does где? It work? Вот что ли? Ничего не слышишь? Работает же. Работает как по часам. Что делаем? Да вот. Что дальше? Оп. Хорошо. Так. Начинается рестлинг. Так, что у нас здесь? И чего себе одежда? Ты куда? Ну ты дестройер просто. Тедди дестройер. Твоя кличка. Это книжка. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. Это еще и читаешь? Use a drink they sang and started to drill. Охренеть, медведь, образование меня. Unless we reach water with our newly dug well. Ну, в принципе, мне только 2 года. I think we'll have to bid each other fare thee well. Это ты мне типа читаешь книженьку, да? Нормально. Прекращай. Прекращай. Что? Что такое? Does it run? How do you start it? Вот же кнопка. Ты чего? Смотри, смотри, смотри. Round and round and round. Крушение поезда сейчас сделаем. Давай. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Окей.
need someplace very dark. Темное место? How about your closet? Ну, не знаю, мне сыкотно. Окей. Пока мама не видит, пойдем. Только по-быстрому. Здесь такой шар вот. Выражение лица. Так, оп. Воу. Чего так как-то стрёмно. Shut the doors completely. И что? Воу. Слушай, я тебе задницу натеру. Так, ты мне это самое. Нажми тянон, чтобы обнять Тедди. Нажми тянон. Поднимайся, поднимайся. Это вообще-то клавиша F. Ничего, нормально. Ну куда? Угу. Воу. Блин. Да какого хрена здесь творится? Чё за шкаф такой? Вполне себе ничего. Так, а ну-ка уйди. И что? Мама! Это все Тедди. Are you playing with your new friend? А то. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from mommy. Я не прятался. Birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. То есть я не прятался. And now it's time for bed. Окей. If you go to sleep now. You can wake up early tomorrow. Почему я смотрю на тебя боком? Тедди, ты увяз в кровати. Тедди? Бывай здорова. Что-то я уже сам спать хочу. Итак. Ага, вот, наверное, тот момент, с которого мы начинали в альфа-версии. Так, двери открылись. По-моему, открылись. Или нет? Так, что за дела, Тедди? Ах, да, точно. Тедди утянули. Кровать перевернули. Я спасу тебя, Тедди. Не бойся. Все будет хорошо. Оп. Вот. Офигительное у нас небо, да? Да блин, какого хрена творится? Так. Тедди, я иду за тобой. Подъем. Держись. Так, как я помню, нам нужно вот в эту дверь. Нужно подтянуть табуреточку. Так, отлично.
Открываемся. И я вхожу. Тедди, как я помню, ты в стиральной машинке, да? Держись, Тедди, держись. Я спасу тебя, мой родной. Давай, иди ко мне. Пошли на поиски моей матери. Смотри, какие-то... Качаем. Вот это малое вытворяет. Мяч, ты со мной. Мяч. Давай. Иди вперед. Окей. Так, ладно, мяч, уйди. Нету времени. Поползли. Тихонько. Ты еще что за хрен? Так, мне кажется, в альфа-версии этого не было. По-моему, обстановка комнаты даже была другая. Вот! Так, а, ну да, точно, кухня. Я и забыл. Блин, накаляющаяся обстановочка. Так, давай, поползли. Блин, какого хрена творится, твою мать? Так, табуреточка, табуреточка. Табуреточка. Или здесь не нужно табуреточки? Нет, нужно, по-моему. Давай, открывайся. Хорошо. Не-не-не, туда. Опа-па-па-па-па, чё за... Окей. Что здесь написано? Мама. Так... Оп-па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 -
Мишка. Да блин. По-моему, в некоторых комнатах обстановка таки изменилась. Музыка стала нагнетающей. Давай, малышка, давай. Здесь я еще помню, что делать. Хорошо. Открываем, заходим. Мама, типа, оп, мама. Поднимайся, давай, там все дела. А мамы-то нету. Чё за дела? Так. Здесь мы еще припоминаем. Так. Мама, я тебя слышу. Конечно, вид за окном вообще не из лучших. Где-то в лесу. Интересно, как мы сюда добрались, жить. Добраться-то можно, а вот жить как? Итак. Я, кажется, помню, что сейчас должно быть. Так что, Ярик, будь потише здесь. Раз, два. Это еще было в альфа-версии. Так, яблоко, ты со мной? Банан. Пошли, банан. Скушай, твою мать, банан!
Ох, блин. Знаю, что будет, но... Ох. Охренеть. Мурашки по спине, честное слово. Что-то как-то я тяжело переношу эти все хорроры. Так. Открываем. Опа, и мы попадаем в матрицу. Здесь мы выбираем банки синюю или синюю. Я выбираю синюю. И мы вошли в матрицу. Ты меня спрашиваешь? Опа, силуэт. Я иду к тебе. Так, так, так. Одну секундочку, у меня здесь технические неполадочки. Так, 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 все хорошо. Все, можно продолжать. Так, все, понеслось. Что за беспредел, что за бардак? Мама, ты? Силуэт мамы. Поднимаем. Оп. Так, ну это почти конец альфы. Мы спускаемся туда и вперед. Мне кажется, или мало. Колени, ноги, в общем. Опа. Ну, вроде да. Я жалуюсь. А ты где? Я тебя не вижу. А, вот ты где. Я не знаю, что у меня в доме находится такая фигня. Ты меня спрашиваешь? Я вообще не в курсе. Прикинь, медведь. Мы с тобой, походу, вместе накурились. Ты представляешь? В доме, в шкафу находится вот вся эта хрень. Понимаешь, да? Вижу не очень. Ладно, пойдем. Так, не отставай. Медведюшка, ты мой родной. Так, сюда не войти. Да, иди сюда. Хороший медведь, хороший. Давай, входи. Итак, вот на этом месте мы и закончили нашу альфа-версию. Сейчас же мы продолжим, посмотрим на всякие разные плюшечки, выбубенечки и прочие прикольчики. Что опять? Sounds like it's coming from behind this door. Мама здесь? Так. There must be a way to open it. Это что за? It seems like these are connected somehow. Соединены? Так, вот вижу, идет сюда. Вот так вот, ага. Ты куда полез? Попросил бы меня, и бы помог. Что мне сделать? Может, и нужен? Используйте нон, чтобы открыть инвентарь, и нажмите нон, чтобы выбрать предмет. Давайте нажмем Т-П. Нет. Ю. Н. М. Б. В. Сейчас все наугад просто нажимать. А, вот. Таб. Понятно. Вот так вот. Давай, 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 ну давай же, давай. Ты смотри, какая тугая вообще. О, есть. Так, 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 так. Ну ты посмотри сам. Вот один, вот два, вот три. Еще нужно два ключа, что ли. Опа, это что? Тебе нужно туда запихнуть или как? What did you find? It's rather small.
Меньше разговоров, больше дела. Давай, пихай. It's a button. That's it. И что? It seems like the memory you share with her unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. Может быть. It looks like we need three more. Иди ко мне. Wonder where this will take us. Я не знаю. Дальше я ничего не знаю. Да, мне не страшно. Я уже падаю вниз. Во, смотри, смотри, смотри. Вы это видите? Вот. О, прилетели. Медведь. Где медведь? Где мой медведь? Медведь. Медведь, ты где, медведь? Окей, ладно, пошли. Медведь, наверное, сидит сверху. Вот это нормально. Наверх. И только наверх. Итак, это что у нас тут? Что у нас здесь? Какая-то рыба? Или не рыба? Оп. Миха, я надеюсь, ты на мне. Не вижу я Тадди на себе. А, не, вот, есть. Побежали, побежали. Over there. It looks like another memory across that bridge. Нормально. Так, нам нужно спуститься вот сюда, наверное. Я слышу какие-то крики, вопли детей. Is there a way up this tower? Забраться на башню? Окей. Открыть инвентарь. Ну вот, ложим. Еще где-то должно быть, наверное, да? Или просто две штуки положили и полезли? Нет, или да? Давай. Так. Видно, не помогло. Значит, нам нужно найти еще. Давайте же поищем, что ли. Вряд ли, наверное, найдем. Но все же. Итак. Значит, как это должно выглядеть-то? Вот же, блин. Может, еще какие-то детальки есть? Может, я что-то пропустил? Может, нам сюда нужно зайти? А может, и нет? А может, и да? А что у нас здесь? Вот, блин. Так. Маленькие сарайчики мне не очень нравятся. Ах, блин, ладно. Михалыч, выручай. Вот, блин. Михалыч. Михалыч. Блин. И чё, где? Окей, Михалыч. Блин, мне наверх нужно. А, я то есть не заберусь наверх. Да? Окей, давайте так пойдем. Воу-воу-воу-воу-воу.
Тише, тише, твою же мать. Так, вот эту бы взяли, и все, проблем никаких. Так, давай. Давай же. Как тебя столкнуть-то? Ах, вот как. Блин. Что ж делать? Что за рисунки у нас здесь? Непонятно. Непонятно. Так, это, наверное, нужно столкнуть вот сюда. Ага, вот. Вот так вот все это делается. Подъем. Да блин, подъем же. Да какого хрена, ну? Есть. Так, думаю, дальше нам не нужно или нужно? Не, дальше нам не нужно. Хорошо. Итак, на горку полезли? Нет, на горку никак. Никак. Что у нас здесь? Так, тише. Хорошо. Сейчас что-то должно быть, я так думаю. Не просто же это все вот так. Так, что у нас здесь за рисуночек-то, а? Непонятно. На, сука, солнышке. Чего ты орешь? Ну чего ты орешь? Заткнись! Да блин, ну. Так. Потише. Во-во-во-во, ты чего? Успокойся. Что может произойти страшного-то здесь, а? Да, ничего, ничего. Так, нам нужно найти еще один кусок, наверное. Так, так, ты чего? Не падай. Видно, наша малышка еще толком не может ходить на двух ногах. Устает и падает. Фантазия, конечно, если это судить по названию игры «Среди сна» в переводе. Если... Так, музыка исчезла. Если это такая фантазия у ребенка, это, ну да, в принципе. В принципе, только такая у них и присутствует. Всякие бабайки и прочая фигня. Не плачь, не плачь. Солнышко, все хорошо. Наверное. Сейчас посмотрим. Два хватит или нет? Два, еще два нужно. А, у меня три. Еще один. Еще так не перевесишь, что ли? Ну, залезь же ты, ну давай. Нет, только попробуй. Ну да, конечно. Так, один мы где-то пропустили. Давайте-ка посмотрим еще где. Ну давайте посмотрим. Так, вот сюда мы ходили. Сюда мы ходили, сюда мы ходили, сюда мы ходили. Там мы нашли, здесь мы не нашли. Значит, давайте пойдем сюда. Пойдем сюда и посмотрим, что у нас находится здесь. Хотя мы здесь уже были. Вот что это, непонятно. Игрушка. Вот теперь понятно.
Так, а здесь мы не были. Да-да-да, здесь мы не были. Так. Ну вот здесь, конечно, да, уже... Большая сова. Или это не с... Опа-на! Как неожиданно. Это что у нас? Я, Тедди и синяя завеса. Итак. Мы возвращаемся назад. Так, так, что за... Что за дела? Давайте пойдем. Куда? Вот сюда. Опа. Ну, Тедди, пошли. Так. Тише, тише. Я уже использую его как фонарик, ребятки. С мамой все отлично. Я так думаю. Так. Осторожно. А, ну конечно. Сейчас я упаду вниз. Нет, я не упаду вниз. О, вот это уже... Вот это уже... Плохо. Так, давай, открывайся. Открывайся, хорошо. Так, где у нас здесь выход? А выход у нас вот здесь. Все хорошо, не плачь. Честно сказать, был бы я на месте этого ребенка, я бы не знаю, я бы уже скончался от сердечного приступа. Ну что ж, друзья, я думаю, мы продолжим в следующей серии. На этом я закончу. Вот я запихну последнюю сову вот сюда. Здесь мы закончим, продолжим уже с того, как мы будем ползти на эту, так сказать, башню или что это такое. Спасибо всем за внимание, друзья. Спасибо, что посмотрели данное видео. Еще раз скажу, я возвращаюсь. Будем делать с вами всякие интересные плюшечки насчет видео. Обзоров, прохождений. Подписывайтесь на мой канал, если вы смотрите это впервые. Комментируйте, ставьте лайки, репостите, делайте всю эту фигню, если вам, конечно, не сложно. Ну а с вами был Ярик. Всем спасибо за внимание и всем пока!